Привет, друг! Меня зовут Света, и ты снова на канале Лени Лоренс. Добро пожаловать обратно на мой канал. Большое спасибо вам, друзья, за ваши запросы, которые вы оставляли мне в социальных сетях. Их было настолько много, я, честно, я не ожидала, что их будет так много, и что вам реально интересны такие интересные темы. И за один день я вряд ли смогу наснимать, но где-нибудь за 2-3 недели, я надеюсь, выполню весь этот большой список тем. Но сегодня мне захотелось поговорить с вами про эмоциональное выгорание. Сказано по этой проблеме все и даже больше, но оказывается не все, потому что я погуглила эту тему, я прочитала про признаки, про симптомы, про то, как бороться с эмоциональным выгоранием, как его предотвратить. И, знаете, я очень много нового для себя узнала. Потому что эмоциональное выгорание попросту можно спутать с депрессией, с апатией, с зимней хандрой, с какой-то осенней хандрой. Но давайте, эмоциональное выгорание, что это такое, с чем это едят, как с этим бороться, как его распознать, это выгорание, и сталкивалась ли я сама с ним. Я могу сказать так, что если вы живой человек, то, скорее всего, вы сталкивались с эмоциональным выгоранием. И на самом деле очень важно знать признаки и симптомы этого явления, чтобы его предотвратить. Данный термин был придуман американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1979 году, сравнительно недавно, можно сказать. И этот американский специалист разработал особенную шкалу, на которой располагалось несколько стадий эмоционального выгорания, чтобы вы могли посмотреть, на какой стадии вы находитесь, и что-нибудь для этого предпринять. Но, как говорил сам этот врач, если вы заметили за собой уже первую стадию, нужно срочно что-то предпринимать, срочно с этим бороться. Иначе вот последствия эмоционального выгорания очень плачевны. Я серьезно, я не ожидала, но это действительно так. И в жизни обычно происходит как? Человек замечает за собой эмоциональное выгорание, да какое-то вот непонятное состояние, по которому, о признаках которого я сейчас поговорю, только уже на последней стадии, когда, ну, скажем так, дорога назад, она уже дается крайне тяжело, появляются суицидальные мысли, и человека иногда, ну, уже просто не спасти. Ну, вот как ни странно, именно вот на последней стадии человек понимает, что с ним что-то не так, и что с этим нужно что-то делать. Давайте перейдем к симптомам и тому, в чем основное различие между обычной депрессией, какой-то жизненной апатией, сезонной апатией и эмоциональным выгоранием. В первую очередь, это традиционный симптом «ничего не хочу делать», что называется. Разочарование, физическое и моральное бессилие. Очень часто, в большинстве случаев, этим страдают педагоги, учителя и врачи. Это какие-то такие профессии или, может быть, тип рот занятости, например, ученики, студенты, работники, которые вынуждены много общаться, находиться в социуме, каким-то образом взаимодействовать с людьми. Главное различие между депрессией и сезонной апатией – это то, что эмоциональное выгорание наступает на фоне сильного стресса, который пережил человек на работе или на учебе. То есть, если человек долгое время выполняет какую-то работу, и она ему уже осточертела, он не видит развития, он не сильно устает, но при этом чувствует, что все, что он делает, это, ну, как-то бессмысленно, коту под хвост, он не чувствует себя нужным, не чувствует себя плодотворным, рано или поздно эмоциональное выгорание наступает. Именно в связи, вот на фоне вот этого стресса. Что советует сам Герберт Фройденберг и вообще психиатры, как этого избежать и каким образом с этим бороться? Во-первых, если вы за собой заметили хоть какие-то симптомы, обратите на это пристальное внимание. Нельзя оставлять это без внимания, потому что психологические проблемы – это страшнее, чем физические проблемы, как по мне. Потому что, вы знаете, есть история про какую-то женщину из Японии или из Китая, по-моему, из Японии, я вам вроде уже рассказывала, да. Она покончила жизнь самоубийством просто так. У нее было все хорошо. У нее была работа, семья, друзья, хобби. И никто не знал, что творится у нее в голове. И она написала предсмертную записку, что никто не виноват, никого не вините в моей смерти. Потому что все было в моей голове, мое сознание меня погубило. Поэтому психологические проблемы нужно решать. И знаете, как я вот показывает мой опыт, как показывает наблюдение за вот обществом, за окружением. Большинство людей не способны решить свои психологические проблемы самостоятельно. Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться к специалисту
к знающим людям, к людям, которые пережили вдруг это, им есть чем поделиться. В этом нет ничего плохого, потому что, ну, не всем дано себя анализировать, не все могут с этим справиться. Иногда это бывает очень больно, очень тяжело, и мы просто не знаем вообще, за что схватиться. Уважаемый Герберт Фройденбергер советует в первую очередь не бояться менять работу. Вот эмоциональное выгорание – это работа и учеба, да? Иными словами, это главный источник сильного стресса, который сказывается потом на физическом, на моральном состоянии и также может в будущем, если все это сильно запустить, провоцировать психосоматические заболевания. Он советует менять работу хотя бы раз в 4-5 лет. Я от себя могу сказать, что раз в 3 года лучше. Особенно если вы чувствуете, что работа уже как-то так, вы выполняете ее на некоем автомате, не видите роста, развития, или вам это просто надоело, да? Когда коллеги вас раздражают, когда у вас просто сильный какой-то стресс, быть может, эмоциональный фон у вас в коллективе не очень стабильный. Причин может быть много, но менять работу полезно. Вот это просто глоток свежего воздуха иногда, либо найти какую-то подработку, либо, может быть, бывает так, что вы работаете там с утра до вечера, 5 дней в неделю, и понимаете, что вы устаете, и у вас нет времени на что, да? Только работа. Приходите домой, ложитесь спать и опять на работу или на учебу. В таком случае вам на помощь просто придет, ну, чем-то нужно пожертвовать, да? Либо найти работу на несколько дней в неделю, найти работу там только на выходные, или найти работу с частичной какой-то занятостью, например, на полдня. Да, может быть, вы будете получать меньше, но ваше эмоциональное, моральное состояние будет в порядке. У меня был в жизни опыт, лирическое отступление. Я работала на автомойке, я работала сутки через сутки. Это было настоящее эмоциональное выгорание. У меня была апатия ко всему в жизни, меня не радовал солнечный свет, я вставала утром как зомби. Я не видела смысла в жизни никакого. Я подумала, разве это жизнь? И зачем меня вообще родили? Зачем я вообще появилась на свет? Чтобы вот так вот бороться за выживание. И я просто не понимала, неужели так будет продолжаться всю мою жизнь? Неужели вот за эти крохотные копейки нужно так себя убивать? Нужно забивать вообще на все свои мечты? На все свои цели, которые ты лелеешь очень долгое время, с самого раннего детства. В общем, у меня был очень сильный, это меня поломало очень сильно. Как бы вам сказать? Да, вот ты просыпаешься утром, и ты не видишь смысла, зачем ты проснулся. Но ты понимаешь, что у тебя ответственность, там, тебе нужно платить за квартиру, там, заботиться о другом человеке, но ты не видишь во всем этом особого смысла. Мысли были разные, серьезно. И я поняла для себя одно, что никогда в жизни не нужно делать то, что тебе категорически не нравится. Особенно это касается работы. Как такового сильного стресса, эмоционального выгорания я сейчас, наверное, не испытываю. Ну, бывают всякие моменты, рабочие моменты, бывают стрессы. Конечно, это нормально. Но это не то, это не эмоциональное выгорание. Уважаемый Герберт также говорит нам, что пессимисты, лентяи, люди-вампиры и, ну, такие токсичные люди, которые нас окружают, я махаю ручкой, да, мне так как-то привычнее. Люди, которые вот вас окружают, они тоже могут спровоцировать появление эмоционального выгорания. То есть, если у вас уже изначально есть какие-то такие вот проблемы на работе, если вы уже чувствуете себя уставшим, выеденным изнутри, так сказать, то вот эти вот токсичные люди могут еще больше усугубить ситуацию. И нужно, конечно, постараться. Ну, либо ограничить это общение, если уж не получается, то просто поставить границы. И не позволять другим людям портить себе жизнь, грубо говоря. Вы никому не обязаны. Вы не обязаны решать проблемы чужих абсолютно вам людей. Там, коллег, знакомых, кого угодно. Ну, кроме родных, может быть. Но пессимисты, лентяи, да, как он здесь... Вот он называет именно пессимисты, лентяи и токсичные люди. Вы не должны поддаваться под их влияние. Потому что, действительно, если вы... Например, работаете в коллективе, где все стремятся к развитию, где такой здоровый рабочий такой драйв. Горит, полыхает огонь в коллективе, и все стремятся к каким-то целям, то, ну, вряд ли у вас случится сильное эмоциональное выгорание. А в коллективе, где такое реальное болото, ну, блин, серьезно, как бы с балкона не шагнуть после такого. Третий момент –
третий. Это отсутствие ярко выраженного результата. Этим страдают особенно студенты и школьники старших классов, когда на носу экзамены, и ты учишь, ты стараешься, ты делаешь, ты тратишь большое количество времени и сил на подготовку к чему-либо, но ты можешь прийти на экзамен, прийти на урок, и там тебе влепят двойку, например. Или тройку, ну неважно. И ты поймешь, что вот все твои усилия, все твои потуги, вот результата нет. Ты не видишь плодов собственного труда, хотя ты очень стараешься. И это, конечно, сильно убивает. Я знаю прекрасно, особенно когда ты действительно вкладываешь силы. Когда ты занимаешься, не покладая рук, по несколько часов в день чем-то. А, ну, то же самое можно с работой, соответственно. Что ты работаешь, но плодов нету, результата нет, роста нету. И ты начинаешь винить в этом себя или других еще людей вокруг. Кстати, я забыла самое главное. Друзья, в чем, как понять, что у вас, эмоциональное выгорание или начинающаяся депрессия? Человек в депрессии испытывает обиду на себя, чаще всего обиды, разочарование, вот связанное с ним, с его внутренним миром. Ему сложно найти внутреннюю гармонию с самим собой. Человек, испытывающий эмоциональное выгорание, испытывает чаще всего злость, гнев и сильное раздражение на окружающих. Почему я упомянула педагогов и учителей? Ну, бывает всякое, работать сложное, нервное, и часто преподаватели срываются на учениках. Они, как сказать, выгорены, у них эмоциональное выгорание. И выгорание не означает, что человек становится безэмоциональным. Внутри – да, но свою вот эту вот неполноценность, если можно сказать, свои внутренние переживания он проецирует на других. То есть, да, виноваты все, кроме я. Вот. Важное различие эмоционального выгорания. Интересно, вот этого я правда не знала. Иногда я могла, ой, у меня эмоциональное выгорание. Нет, это просто была сезонная апатия, не эмоциональное выгорание. Также наш замечательный американский психиатр говорит нам совершенно банальную вещь, банальный совет, на который правда очень важный, да, это заниматься творчеством, заниматься хобби, найти любимое дело, которое будет расслаблять ваш мозг после работы. И очень важный момент, еще один, здесь все моменты на самом деле важные, это вот вы выходите с работы, и вы вытираете ноги о коврик, и как бы оставляете все проблемы какие-то на работе, переживания, да и просто, блин, работу вы оставляете за порогом. Вы приходите домой, и вы не думаете о работе вообще. Я знаю, что это сложно, особенно в современном мире. Я, например, всегда думаю о своей работе. Но благо она у меня хорошая, она мне нравится, и сильных переживаний я не испытываю. Но в прошлом такого, конечно же, не было. Нужно стараться переключаться. Если переключаться не получается, если вы несете домой с работы вот этот мешок с негативной энергией, ну, надо все-таки задуматься либо о смене работы, либо попросить вашего начальника дать вам другую работу, сделать ее более разнообразной, интересной. Или сократить, я не знаю, вам рабочие часы, или найти какую-то подработку просто, или работу на полдня. Друзья, огромное количество, на самом деле, вариантов, не только типичная пятидневка. А предпоследний момент – это регулярный отдых от технологий. Я сейчас говорю про телефоны, про интернет, про компьютер, ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты, без которых сложно представить современную жизнь современного человека. Но если ваша работа или учеба связана с этим, нужно давать, конечно, отдых себе. Это не я сказала, это сказал наш уважаемый психиатр. Поэтому хотя бы раз в неделю отключайте. А лучше не раз в неделю, лучше хотя бы каждый день на пару часов полностью отдыхать, посвящать время спорту, тренировкам, времени для себя, чтению книг. И последний момент – он сложный для меня, потому что я интроверт. И я не люблю грустить своими проблемами других людей. Это поддержка от других, от родственников, от друзей, от знакомых. Человеку, который находится уже в такой последней, скажем так, стадии эмоционального выгорания, который замкнулся в себе, который не видит особого смысла, не то что в работе, вообще в жизни, ему нужна поддержка. На словах, обнять, как угодно. Но я считаю, что не всем это дано. Есть люди, которые с радостью выливают свои проблемы на другого,
И я сейчас, ну, это в хорошем смысле, это плохо звучит сейчас. Вот в хорошем смысле, да, вот если ваш, там, ваша сестра рассказывает вам какую-то историю, там, на работе у нее что-то случилось, она выговаривается, ей становится легче. Вы поддерживаете, говорите, что все будет прекрасно, все будет хорошо. Вот уже вот этот вот факт, я просто не очень корректно выразилась, я не хотела придавать негативную окраску этому. Ей уже станет легче, и это хорошо. Нужно иногда просто послушать человека, обнять его, сказать, что, ну, что ты, блин, все нормально, жизненно прекрасно, работа, блин, не волк. Уже это придаст человеку сил. Но лично мой опыт показывает, что это не всем дано. Я, к сожалению, интроверт на, не знаю, процентов 80, если не больше. И мне сложно общаться и говорить человеку другому о своих проблемах, даже если это касается близких. Близких я особенно не гружу, потому что я их люблю, я не хочу, чтобы они нервничали за меня. Я рассказываю им о своих проблемах, когда они уже завершились, когда все happy end, все замечательно, я уже так с юмором об этом расскажу, я опущу всякие грустные детали, подробности. Я просто их люблю, не хочу их грузить. Но да, сам процесс переживания, эмоционального выгорания, депрессии, апатии, ну неважно, что вы там испытываете, ну надо же как-то пройти. Ну, если вы никому ничего не рассказываете. Мне помогает YouTube. Мне помогают истории других людей. Серьезно, мне помогают блогеры. Мне помогают люди, которые прошли через подобное. Я нахожу такие каналы, иногда смотрю своих любимых старых блогеров. И их истории, их советы — это как глоток свежего воздуха. Я смотрю их, понимаю, ну все не так-то плохо. У меня еще все хорошо. И да, несмотря на то, что это люди как бы, ну, они не живые, грубо говоря, не живые. То есть я не разговариваю с ними вживую. Мне это помогает. И я рада, что YouTube собирает в себе не только всякие там развлекательные видео, такой контент не очень серьезный, но и просто человеческие истории, человеческие судьбы какие-то раскрываются. Это интересно. Друзья, не знаю, блин, я наговорила там уже минут на 20, если не больше. Охренеть просто. И мне кажется, что я все равно не смогла донести до вас свою мысль. Черт, тем не менее, мне надо учиться говорить лаконично. Ну, хотя я знаю, что вы тоже любите иногда посидеть со мной, попить чаек и послушать длинные-длинные видео. Я не люблю длинные видео, но я снимаю длинные видео. Парадокс. Итак, друзья, такое было у меня видео про эмоциональное выгорание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы испытывали что-то подобное? И вы каким образом вы вышли из этого состояния? Вы сами из этого вышли? Вы прочитали об этом что-то? Или, может быть, кто-то вам помог? И если вы находитесь сейчас в таком состоянии, что вы испытываете? Вот просто поделитесь своими историями. Мне будет интересно. Я, кстати, забыла рассказать вам еще про школу свою. Ну, а с другой стороны, что рассказывать про школу? Была школа, она училась. Трудно. Мрачно, серо, уныло. Там стихотворение получилось. Все, друзья, увидимся в следующих видео. Пишите, комментируйте. Не забывайте подписываться на мои социальные сети. Читайте меня в Инстаграме, ВКонтакте. Читайте литературу на прозе.ру. Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно и полезно. Я смотрю, потому что я смотрю вниз, потому что у меня есть ежедневник. Я уважаю вас. Просто я вот сюда иногда смотрю. Все, давайте, друзья. Все, пока-пока.